Итак, а сейчас мы протестируем вот такие трафаретики. Я накупила вот целую кучу себе трафаретиков. Очень красивые, мне нравятся. Здесь есть различные сюжетики и узоры, и цветы, и геометрия. Вот, смысл заключается в том, чтобы сначала накрасить ногти одним цветом, а затем сверху прикрепить трафаретик. Он лепится как наклеечка. И сверху красим другой цвет лака, желательно контрастный. И получается красивый рисунок типа стемпинга. Но я пробовала делать с обычными лаками и со стемпингом, лаком, который немного гуще. Все равно, несмотря на то, что как бы я ни старалась приклеить очень плотно к ногтю трафарет, все равно лак немного затекал. И поэтому я думаю, что вот с помощью втирочек получится лучше. Сейчас попробуем. Заметила, что вот эти жемчужные втирочки работают лучше, чем дуохромные втирочки, а также металлические втирочки идут на ура. Сейчас все попробуем, сейчас вам покажу. Так, в общем, что я сделала? Я нанесла черный гель-лак, просушила в лампе 1 минуту. Это гель-лак от GD Coco. Сейчас покроем топом без липкого слоя и просушим в лампе 30 секунд. Итак, теперь берем обезжириватель и протираем типсу. После просушки 30 секунд в лампе протираем типсу обезжиривателем. Так, затем я сразу беру трафаретик и клею его. Извиняюсь, так. И пальчиками. Можно, конечно же, еще копытцем, но я вот пальчиками прикрепила. Так, самое интересное начинается сейчас. Беру втирочку и начинаю втирать. Втираем, не жалеем втирочки. Хочу посмотреть на результат. Это такая жемчужная втирочка с желтым отливом. Так, смотрим, что у нас получилось. Отдираем трафаретик. Вуаля! О, какая красота! Посмотрите! Мне очень нравится результат. Затем мы покроем топом без липкого слоя. И все. Кто-то покрывает базой сначала, а затем топом. Но я сделаю топ и все. Итак, продолжаем. Стряхнули остаточки пудры. Сверху покрыли топом без липкого слоя и просушили 1 минуту в лампе. Вот такая красота. Затем повторили процесс снова, накрасили гель-лаком, просушили в лампе минуту, затем нанесли топ без липкого слоя, просушили в лампе 30 секунд и затем снова обезжирили. И затем наклеиваем трафаретик. Вот что у меня будет, извиняюсь, я трафаретики клеила к подставке. Так, у нас будут вот такие вот рыбки. Красотень. Так, идем дальше. Наносим нашу втирочку и смотрим, что у нас получается. Жемчужная втирочка самая классная, мне кажется. Такс. Это втирочка с таким фиолетовым отливом. Так, еще немножечко. Так. Открепляем.
приклеилась. Так, смотрим, что у нас здесь получилось. Так, не знаю, как вам. Отсвечивает, не отсвечивает. Но сейчас я нанесу. Так, топ и посмотрим. Thank you.
итоге. Трафареты использовать желательно с втирочкой жемчужной или металлической, желтых, зеленых оттенков. А синяя она или фиолетовая немного как бы темная остается на черном фоне, поэтому видите контраст, когда идет желтый цвет, да, когда идет зеленый цвет, это жемчужная втирка, и посередине у нас также жемчужная втирка с фиолетовым отливом, она на черном фоне кажется синей, и вот эти рыбки не очень отчетливы. Затем вам покажу, вот это у нас идет металлические, металлик втирочки, одна металлик втирочка, а вторая, вот это металлик втирка справа, вот, металлик втирка, а это я брала такие блесточки, которые, по-видимому, посыпушки, но я их использовала для трафаретов, и, в принципе, голубой цвет остался все равно, знаете, таким серебряным. Ну, в принципе, видно все хорошо, отчетливо. Затем я брала дуохромные втирочки, дуохромные, особенно те, которые с сине-фиолетовым отливом, они также, ну, красиво смотрятся, без сомнения, но они также темноваты. Если даже, сейчас вам покажу, извиняюсь, даже если брать другой цвет, да, или другой рисунок, все равно темно-фиолетовый на... Даже под топом смотрится темновато. А немножко разница. Я взяла вот вторую дуохромную втирочку. Вот она, да? Посмотрите, какая красота. Здесь уже идет такой фиолетово-зеленым отливом. И, в принципе, более отчетливо смотрится. А здесь я немножко приборщила. Взяла кусочек и закрасила также посыпушкой желтой. Желтый, по-моему, дуохром, голограммные блесточки. Вот. Так, здесь что я делала? Так, здесь у меня... Так. Здесь у меня пигменты неоновые. Также решила сделать с помощью трафаретов рисунок. Но почему-то у меня не получилось здесь, ничего не принеслось. По-видимому, в следующий раз нужно брать. А в принципе, я могу попробовать... неоновые втирочки еще раз и протереть обезжиривателем. Давайте попробуем. Итак, девочки, мои попытки использовать вот такие вот неоновые втирочки потерпели фиаско. У меня есть от Born Pretty вот такие вот красивые неончики. В общем, что у меня получилось? Первый раз я сделала лучше, чем второй. Я пыталась на черный гель-лак. Затем на белый гель-лак, и посмотрите, что у меня получилось. Я уже потом нанесла топ, и у меня размазалось все. В общем, не советую брать неоновые втирочки, берите жемчужные или металлические. Ну, а на сегодня у меня все. Большое спасибо за внимание, и до новых встреч. Пока-пока!